Рабанин Нургалиев – самый младший из знаменитой борцовской династии. Два его старших брата выиграли все возможные титулы и звания. Его отец – мастер спорта по борьбе крэш. Теперь в копилке Нургалиевых появилась новая медаль чемпиона первенства России. Все соперники очень сильные, все подготовленные. Все хотят быть первым тоже, стать чемпионом. А годом все становится сильнее тоже. Он видел, рос, как отец боролся, как я боролся, и после меня еще братишки есть. Он как боролся, все мы мастера спорта. Посмотреть на юных борцов приехал и Вилюс Манов. Заслуженный артист республики, сам был неоднократным чемпионом среди взрослых. Но в его время юношеских чемпионатов практически не было. В то время тоже на хорошем уровне проводились чемпионата Республики Татарстан, потому что очень сильные ребята были. Все районы выставляли команды, допустим, 45-50 команд было там. Всего на первенстве было разыграно 27 комплектов наград в 9 весовых категориях каждого возраста. Причем впервые за историю проведения чемпионатов была добавлена возрастная категория 13-14 лет. Представительство, наша задача увеличивать из года в год. Естественно, что Башкортостан и Татарстан – это два лидера, которые – это борьба наших народов. Но кроме татар еще живут во многих других регионах нашей страны. Поэтому вот через них, через конгресс татар, мы должны увеличивать число из года в год. Пройдя через первенство страны, в дальнейшем эти ребята будут бороться на чемпионате России и мира. Кстати, в этом году оба этих мероприятия пройдут в Татарстане. Алмаз Гафиатов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.